tonight. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. Предложу вам, стоит сюда приезжать, стоит кататься, стоит учиться. И вообще здесь здорово, хорошие склоны, несмотря на то, что весна уже близко. Вау, а ножки трясутся. Ладно. Kieli Flight является крупнейшей в Финляндии компанией. Мы предоставляем широкий спектр услуг, связанных с полетами над северными территориями. В ходе обзорных экскурсий клиенты Kieli Flight могут подсмотреть не только пейзажи Западной Лапландии, но и увидеть животный мир Заполярья – оленей, лис, зайцев. Неужели можно увидеть лис? Да, мы опускаемся до предельно низких высот, где можно рассмотреть не только лис, но и более мелких животных. На огромных территориях Лапландии можно также встретить и медведей. Пекка, насколько легко можно заказать полет в вашей компании? Элементарно. Достаточно зайти на наш сайт или позвонить по телефону компании. Также можно заказать полет через ресепшн в любом из отелей. Сколько длится обзорная экскурсия? Как правило, 10 минут. И какова цена такого развлечения? 50 евро с человека. Не так дорого. А что можно увидеть за эти 10 минут? Мы облетаем весь регион Леви. Тут и горнолыжные склоны, реки, озера. Если повезет, можно встретить случайно забредшего белого медведя. Летать – это, конечно, хорошо. Я же решил немного покататься, однако, поднявшись на вершину, обнаружил там прекрасное заведение, где с удовольствием окунулся в мир живой музыки и оставил след в истории. Нет, я ничего не нацарапал на гитаре исполнителя. Мне довелось расписаться на специальной дощечке, коими усеян весь потолок бара.
Так что теперь, если доведется вам побывать в Леве, ищите на потолке и нашу табличку, которую хозяин заведения обещал прикрепить прямо над сценой. Ну что, теперь спуск с вершины. Здесь хорошо, здесь приятно. Ребят, приезжайте сюда. Потому что живая музыка на вершине хоть и небольшой горы. Это очень здорово. Оказывается, здесь, в отличие от того, что я видел в Австрии, можно ботинки просто оставить на полу, и их подберут. Окинув взглядом гостеприимный Леви, я отправился в путь, обратно, в центральную часть Финляндии, где меня и моих спутников ждали новые открытия и новые впечатления. Минутная стрелка моих часов подгоняла часовую, и вот, через каких-то 3-4 сотни километров, пейзаж снова начал напоминать знакомую среднюю полосу России. Изрядно проголодавшись, мы решили остановиться на небольшой пикничок. На берегу озера нас ждал сюрприз. Нет, не женщина с веслом и не двое с топором и носилками. Смотрите сами. Финское озеро можно не только нырять после бани, в нем можно не только купаться, но там легко можно помыть руки, и они будут чистыми, и даже попить воды. Кстати, вода сладенькая, вкусная. А теперь пойдем готовить деликатесы от Левонгу. Chevy in the dark, been raining in the park, but meantime some other river you stop and you hold everything. The band is blowing Dixie double four time. You feel alright when you hear that music ring. When now you step inside, but you don't see too many faces coming in and out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns. Le bon goût в переводе с французского хороший вкус. When down south,
Что ж, отобедав со вкусом, мы двинулись в путь. Еще пару сотен километров и окажемся в местечке Тахковоори, где нас ждут уютные номера и новые знакомства. Doesn't mind if he doesn't make the scene. Got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything. Saving it up for Friday night with the surf dance, with the surf dance of swing. Припарковав своего железного коня в подземном паркинге, я прямиком отправился в главный корпус на ресепшн. Надо же пройти оформление и получить заветные ключи от своего номера. Нет, конечно, сейчас вы видите не ресепшн Тахко СПА. Это прелестные девушки, принимающие участие в конкурсе «Мисс Финляндия 2014», развлекаются в местном боулинге. А вот, собственно, и ресепшн. И ваш покорный слуга. Добрался-таки. Уверенно так иду. Про присутствие мисс пока еще не подозреваю. Good night, now it's time to go home. And he makes it fast with one more thing. We have a certain dance, we have a certain dance of swing.